Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу мод на новых зомби для Майнкрафта Pocket Edition. После установки нанома в нашем мире появляются настоящие новые зомби, которых вы можете встретить в режиме выживания. Что ж, здесь у нас заспавнился настоящий Стив, который маленько поранился. Ну что ж, Стив, ты что убегаешь? Ну давай селись, здесь очень много уютных домиков, в которых ты можешь поселиться. Что ж, давайте поищем зомби. Ух ты, что же я вижу? А я вижу целую орду вот этих новых зомби, да. Первый, ой-ой-ой, зомби-диджей, да, они очень прикольные, если вы их убьете, а если их вы убьете, то с них падает гниль и музыкальный блок. Что ж, вот здесь очень много, друзья, ну и давайте поищем маленько других совершенно зомби. Что ты делаешь, дружок, ты не дотянешь там слишком высоко, нет, ты залезть туда не сможешь. Ну, сейчас в своих экранах вы можете слышать звуки на зомби, но это очень редкий дроп, что с него дропнулась броня. Ну что ж, давайте отправимся в поиски. Стив, что ты делаешь? Ты не должен это делать. Ну, как всегда, не творят какую-то в канале. Так, друзья, ну я пока, кроме черной коровы, больше никого не вижу. Где же вы все? Да, и, к сожалению, спавниться в плоском мире они очень плохо, поэтому лучше играть, конечно, в обычном мире. Но я пока вижу только вот этих зомби-диджеев. Ну... Можно записать видео с этим модом, то есть если хотите, я смогу снять выживание или выживание на плоском мире с этим именно модом, то есть можно с ним даже повыживать. Ну и жители, откуда вы здесь взялись? Жители бегают, а зомби не бегают, это очень странно, но нам почему-то очень не везет. Так, ладно, давайте вернемся к нашему Стиву. Стив, эй, ты где? Дружок, ух ты, здесь мясо. Что, его убили? Ну, я не знаю, ух ты, это что такое? Так, давайте посмотрим, что это такое. Это осколок какого-то кристалла. Оказывается, этот мод позволяет нам и новые вещи на ПК, к сожалению, такого нет. Да, и, кстати, забыл сказать, что это порт оригинального мода с ПК-версии Майнкрафта. Те, кто играли, те сразу поймут, о чем я говорю. А, вот и наш Стив, что ты там делаешь, дружок? Что ты там затаился? Куда ты пошел? Ты куда пошел? Ну что ж, к сожалению, мы увидели очень мало зомби, но все же вы можете посмотреть этот мод, сами скачав его на свой планшет или на свое Android-устройство. Что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.